Я довольна, что этот год был удачный для меня, все хорошо. И всем желаю тоже в будущем новом году, у кого нет работы, найти ее все-таки. Потому что в нашей жизни работать, зарабатывать денежку – это, к сожалению, самое главное. Ну, у меня ребенок пошел на плавание, вот, и выступает хорошо, занимает первые места, и для меня это очень приятно. Хочется, чтобы все были здоровы, счастливы, чтобы у всех все получалось, чтобы какие-то самые-самые заветные желания исполнялись. Запомнился скорее падением рубля очередным, дальше кризисом и прочим, то есть никаких хороших воспоминаний. Надеюсь, все, что могу сказать, то, что 2016 будет гораздо лучше, чем 2015. Надеемся и верим. У нас родился пятый внук, да. Назвали мы его Марком, поэтому для нас дети – это самое важное. Счастье, чтобы дети росли здоровыми, чтобы мир на земле был – это самое главное. Мы оптимисты, мы все воспринимаем положительно. Пожелания всем крепкого здоровья, удачи, успехов во всем, добра. В этом году получилось к нам приехать к вам сюда в гости. Мы приехали с Тамбовской области. Всем благополучия желаем, семейного счастья, здоровья, главное здоровье. Будет здоровье, и все будет. Для меня этот год был очень особенный, потому что у меня был большой карьерный рост. Я много путешествовала, побывала в Анапе, в Сочи. Все хорошо в семье, с учебой. Поэтому для меня этот год был очень счастливым, и надеюсь, следующий будет не менее. Для меня он был очень знаменателен, потому что мы переехали из Хабаровска жить в Анапу. Еще у меня внучка родилась третья, поэтому очень знаменательно. Хотела пожелать вам, молодым, удачи в ваших делах, чтобы у вас была работа, чтобы ваши мечты исполнялись. Поменял работу на более хорошую, удобную, приятную. Что еще тут было? Жить стал лучше, зарабатывать больше, чтобы не боялись начинать что-то новое. Ну и в общем благополучие, чтобы все было хорошо.